беседе мы снова возвращаемся к факту, который тронул нас до глубины души. Вместо того, чтобы пройти в храм гроба Господня по специальному пропуску, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий сам возглавил паломническую группу. В огромной толпе его точно так же теснили, толкали и не пускали. Но владыка был с нами от начала до конца. Ну что, конечно, мы люди, желающие попасть в храм Господень, переживаем, думаем, что не получится, никак, какое-то отчаяние и уныние получается. Но когда мы начинаем думать о Боге и Господь, полагаемся на волю Божию, то Господь все устраивает и внушает этим, казалось бы, вот этим полицейским, которые совсем другой веры, люди, может быть, даже в какой-то степени, может быть, не совсем к нам расположенные, но они расположились к нам на этот раз за наше благоговение, терпение, за наше вот такое доброе отношение. Мы не толпились, мы не переживали, все думали, что все будет хорошо. И так и получилось. Я помню в прошлые годы, когда даже митрополиты Иерусалимской церкви пытались пройти храм через вот этот вход, который мы прошли сегодня, и их отталкивали, как простых людей. А сейчас нас просто открыли ворота, и мы прошли очень спокойно. Очень чудесно, чудо совершилось, можно сказать. Ну и самое главное, конечно, что мы были свидетелями великого милосердия Божия к нам, что Господь, как вот говорят многие сестры Горнего монастыря, братья миссии наши православные, иерусалимские, что благодатный год сошел, и значит Господь еще продлил дни жизни наши на один год. Я рад и благодарен всем нашим паломникам, которые так с благочестием, с любовью отнеслись к этому великому делу. Дай Бог, чтобы и в наших сердцах Господь воскрес, и чтобы мы совоскресли со Христом и жили по заповедям Божьим, и не боялись жить по этим заповедям, потому что они не тяжелые, они не обременительны для нас. Они, наоборот, освобождают от нас многого того, что нам не нужно, что нам не полезно, что нам очень даже вредно. И дай Бог, чтобы мы это познали, сознали и жили вот такой благочестивой жизнью. И, конечно, поздравляю всех с радостью Божией Пасхальной, потому что после исхождения благодатного огня уже все в храме приветствуют друг друга: Христос воскресе, воистину воскресе. Для нас это уже Пасха, это уже радость пасхальная. То есть свидетельство о истинности воскресения Христова уже более 2000 лет на нашей земле. В 2 часа ночи по местному времени мы прибываем в Екатеринбург. Наш полет завершен. Во всех храмах уже идет пасхальное богослужение, и радость о воскресшем Спасителе переполняет сердца людей. Христос воскресе! Несколько лампад сохранили благодатный огонь для всех храмов епархии. И каждый из нас будет счастлив принести зримое свидетельство Христова воскресения в свой приход, где его с нетерпением ждут. По великой Божьей милости мы стали свидетелями чуда сошествия благодатного огня. Мы привезем святыню в свои храмы и дома, расскажем о своем паломничестве родным и близким. А что же дальше? А дальше надо будет постараться понять, ради чего Господь явил нам эту милость, чего Он ждет от нас, и постараться не обмануть Его ожидания. Христос воскресе!